Всем привет, с вами снова Рак Пушка, и сегодня я буду пытаться проходить игру Sekiro Shadows Die Twice. Так, вроде работа. Да? Секунду, ага. Так, погодите. Надо страшные вещи убрать. Ага. Все. Должно идти работать. Так, ну поехали, новая игра. Ось камеры. Мне так не получилось опять геймпад подрубить. Я не знаю, в чем проблема. У японцев, кстати. Вот все японские игры хрен подрубишь геймпад. Так, ось камеры Эпсилон. Скорость камеры 5. Ну, далее. Так, кровь включить, включить интерфейс, автоматически скрывать, да. У нас тут яркость. Кстати, че, как по громкости? Не громко. Кстати, давай. Ну, тебе, правда, немного понижу, вот так вот. Так, сохранить настройки. Все, давайте начинать. Там все гопы дюдай, довольно-таки кровавая эпоха была, все друг друга резали. Да, он в красном, он не этот, не Юкимураса надо. Нифига. Кэнсэ, Ашина, Ишин. Пацан мечи собирает. Чудо вообще какие-то. Нурайна кукурусура накуштака. ああ。共に来るか。植えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事な。 お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のある命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すんだ。よいなら狼よ。 一心の国取りから24年。アシナの国は斜陽にあり、狼の忍びは
全てを失っていた。 育ての義父も 守るべき主も。 Японские игры, в которых такое вступление всегда долго. А, вот не минус все-таки, но забавно. Шинобио. Незамете кудасай. Аната но аруджи но таме. А, он уже мертвый. Я не. Там у него уже левая рука другая будет. Ага. Интересно, конечно, увидеть новую игру от From Software. Не Dark Souls. Так, окей, у меня ничего не лагает. Пока врагов, видимо, нет. Так, взять предмет X. Супер. Че у меня X? Во. А, так, письмо, брошенное в колодец. Волк, служащий Кура, твоя судьба ждет тебя в лунной башне. Выберись из колодца и найди... башню, залитую лунным светом. Туда можно пробраться даже без оружия. Передвигайся неслышно, будь начеку. Ага. Я пока ничего не могу делать. Ржок. А, ну супер. Ладно, пробил. Блин, у меня тут все будет на этом писаться. Прыжок по стене. Ну, да. Искусство ниндзя. Так, секунду, я посмотрю, как там у меня что. Так, сейчас, наверное, тихо будет. Ага. Относительно норм. На пределе, короче. Так, меню снаряжения. В меню снаряжения можно выбирать предмет для быстрого доступа. Одновременно в меню можно выбрать 5 предметов для быстрого. Окей. Сейчас, погодите, я кое-что сделаю. Вот это недолго займет. Окей, пока что так, давайте. Будет проблем, надо будет понижать. Резервуар Асина. Асина. Так, я так понимаю, вот это кто-то тут где-то мне скинул. И тут ничего, в принципе, нет. Надо уже давно коврик, наверное, для мыши взять. А! Или было? Я опять сюда упал.
Так, я как раз это умею. Приближайте к стене. А, держаться. А, один раз нажимаешь, ага. Окей, так, сейчас, секунду, посмотрим. Как там? Украина, ага. Так, отойдем от стены, у меня хп нет. Так, присев упреческую стак или передвигаясь под полом, можно не попадаться на глаза. Сейчас у вас нет меча, избегайте врагов. Используя скрытность и направляйтесь к лунной башне. Если вот-вот заметят, над головой врага появится предупреждающий значок. Как там? А, во. Ага, я вон увидел значок. Ага, один раз надо же. Стелс. Под полом, это значит его вот тут? Почти заметили, нет? Или нет? Подслушать. И какая это клавиша? Так, это поменять. あ、君やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりでしょう、お読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というにとらわれとは気の毒なことじゃ。ああ。源一郎様も何かを考えがあるのだろうが。 Типа, это мы подслушали, да? Окей, что-то какая-то башня при лунном свете. Еще камеру себе поставлю так, что я хотя бы посередине был. Гентиро Доно. А, так мы служили господину. Это, по-моему, вот этот божественный наследник. Его взяли в плен. А, мы должны были, типа... На краю утеса. Типа так информацию собираешь, и ты тебе, возможно, поможет. Так, краю хватиться, ну это понятно. Воу. А. Ты не прижимаешься, ты хватаешь. Но здесь помечены такие места. Я просто сейчас смотрю, как идет. Не садится ли FPS. Так, тихо. Скройся. Я не хотел. Я ж прыжок нажал. В смысле, чё ты не цепляешься? Вот, так, не то. Так, клавиши надо будет все запомнить, потому что мне пишет одно, а я такой типа, а чего? Тихо, открываемся. Ой, так, тихо. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Там же видно, что можно прижаться, нет? А, точно, нажать же. Что-то, знаете, обычно в играх-то я, типа... Как это называется? Само все происходит.
Здорово, пацан. Йоку ките крета. Хисаши на, окамио. Омукае ни санжоу итасимашита. Вага аржи. Уму. Омотео агео. А какой-то вообще седой. О, клинок. Ксабимар. Соната но катана да. Знаете, пацана заперли, а оружие ему оставили. Настоящий самурай. Вага синобио. Шюжу но якжо ни штагай. Иночи о тоши. Варе ни цкаэ. Кусабимару, меч, дарованный вам Кура. Это реликвия Хирата, ветви рода Асина. Меч считается меч считался потерянным, но теперь оказался во владении волка. Имя меча Кусабимару напоминает владыке напоминает владельцу долг синоби убивать, но даже он не должен забывать о милосердии. Девиз, воплощенный в самом его клинке. Окамио, кизу о отте ору ёу да на. Соу да, соната ни коре о таксо. Яксуи но хиотан да. Коре де кизу о ияште кре. Фляга с лекарством. Это местный эстус. Сделанная из высушенной тыквы фляга с лекарством, восстанавливающим запас жизни. При отдыхе уровень лекарства во фляге восстанавливается, сделанный учеником знаменитого лекаря Дугена. Непонятно, как именно во фляге восстанавливается уровень лекарства, возможно, все дело в семенах. Ну, типа ВС. Сате, соната но карада, соно ночи дайджи ва найка? Соно ночи то? Ано йо но кото? Привет, Мелбоджи. Как дела? Кстати, говори, как стрим работает, я опять новые настройки пробую, чтобы более или менее нормально все было. Если проблемы, сразу пиши. Мне не будут зад надирать. А если надирают, значит я им поддаюсь. Я пропустил, что найти надо? Кикасете крета деаро? Ко... пи-то на? Соно ото тайори ни, соната но мото е юко. Так. Вы можете переключаться между предметами из быстрого доступа в зависимости от боевой ситуации. Например, получив урон, можно использовать флягу с лекарством, чтобы восстановить жизнь. Окей. Так, знаете что? Мне кажется, мне нужно настроить... Да-да-да. Я понял. Вот так. Теперь нормально? А, во! Я же сегодня видел эти настройки. А мне кто-нибудь подскажет теперь-то это как работает? Отменять. Это поставить надо, что ли? Так, инвентарь. Флекс с лекарством. Флекс с лекарством использовать. Нет, подожди, я хочу установить. Нормально? Окей. Следи. Так. А как тебя в меню быстрого-то? Во. Это вот сюда вот. Сюда флягу, короче, ставим. Идол возвращения. Кроманство Будды, вырезанное из дерева. Может использоваться многократно. Волк хранит ее с тех самых пор, как его спас отец. Статуэтки стерлись от времени. Это Будда нужен, чтобы возвращаться домой. Он вернет владельца к последнему, посещенному им идолу резчика или в разрушенных... Так, тоже пригодится. Хори ни сотте сусунда хаши но шита ни джоугай е но нуке ана га ару. Коно ашина но широ о дассуру таме
橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら合図をくれ。Так, еще раз. Что-то опять не туда посмотрел. Так, под мостом есть ров. Каким мостом? То есть я не пропустил, я реально не понял, какой ров где. Ага. Так, а наверху что-нибудь? Так, лечебно дрожжа постепенно восстанавливает жизнь. Тайное лекарство, секрет, которое передавалось из поколения в поколение. Говорят, оно применялось в битвах с незапамятных времен и дало воинам Асина их знаменитую стойкость. Коробка с этим дрожжем служит также и боевым амулетом. Окей. Так, как бить? Как бить? Да, во! А что я не мог там бить? Цель Синоби в бою — разрушить концентрацию врага. Это может сделать, в том числе атакуя его. Лишившись концентрации. Враг становится уязвимым для смертельного удара. Атаковать, лишив врага концентрации, выполнить смертельный удар. То есть все на одну кнопку. Два. Вот захват цели. Немного лагануло. Тихо. Они трупы свои замечают? В смысле? Кто где? Когда я не заметил? Ладно, видимо, первые враги. А, ну да, тут же в траве надо скрываться. А у них какое поле зрения? Вообще интересно. Заметил. Так, отражение атак. Иногда одних лишь атак недостаточно, чтобы разрушить концентрацию врага. Отражая атаки противника, вы тоже нарушаете его концентрацию. На Синоби будет сочетать защиту и нападение, чтобы... Ага. Понял. А тут окно, оно большое, нет? Ну, знаю вот эту игру, здесь наверняка окно будет секунду в секунду у некоторых врагов. Так, кстати, никакой мост мы не переходили, так что я зря паниковал вроде бы. Так, если выполнить захват цели и все время держать врага перед собой, вам будет куда проще атаковать его, отражать. Но это я понял. Ага. А что, один только такой? Эй, ну я пойду погляжу. А ну выходи на бой, биться будем. О. Так, ладно, давай с тобой. Тут никакого блока нету. Вау. Окей, я понял. У него, блин, с такой задержки еще. Ты шо, типа, самый крутой? Почему? Я нормальный? Ну, по мне уже один раз попали. С задержкой. Да я думаю, на первом боссе, не знаю. Вот. А, ну, вот это босс. Контратака. Отразив атаку противника, можно сразу же контратаковать. И снизите концентрацию врага, не дав ему время остановиться. Я, кстати, никакого бумфайра не нашел. Или я их пропустил? Хрена, бля. О-о-о. Что за... Я понял. Ага, о, я дождь нашел.
Ага, у него две полоски, я понял. Кстати, у тебя со Стимом все нормально? А что с ним? Вроде нормально. Но у меня сейчас в автономном режиме. Я на свой битрейт, типа, надеюсь. Так, ну этот просто оказался. У тебя? Ага. О, дрожу. Кстати, их надо тоже поставить и, наверное, юзануть. Это наверняка как эти, как кристаллы из второго Dark Souls. Кончаются. Потому что ничего не было сказано их восстановлении. Как там, блин, меню? Так, вот дрожжа. Менять вот так. Вот это применять. Пригоршня пепла, комок пепла. Можно бросать во врага, чтобы привлечь его. А, отвлечь его. Зимы Васина очень снежный, и потому в очагах скапливается много пепла. Ага. Какая-то обход. Блин, а дрожжи не так уж много восстанавливают так. Ага, открывай с другой стороны, это шорткат. Окей. Как давно это было. Дверь открывается с другой стороны. Там внизу ничего нет, тут, в принципе, предмет хорошо так светится. Можно заметить издалека. Короче, тип пишет, проверьте подключение, а у меня не оно. Кого знает. Ну, сейчас я проверять точно не буду. Потом зайду. Ну, с утра нормально работал. Так, а тут что? Так, видимо, надо зацепиться. Я еще к местной механике не привык. Ага. Много людей уже жалуются. Ну фиг его знает. А может это регионально? У меня-то регион-то немного другой. А, вот он мост. Так. Чего? Прыжок по стене за край. С одной части на другую прыгать? なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。Скоро быть в войне. Это что там? Ты нехороший. Какой-то коротыш. Но тут, по идее, должна быть вот эта вот японская мифология. Хотя большинство врагов, как я заметил, самураи. Из того, что видел. Так, а еще раз, что у тебя пишет? Проверьте подключение у меня. А ты пробовал там, не знаю, на сайт Стима зайти? Есть же, типа, сайт у них. Что там пишет? Так, за падение урон не снимаю. Шо? Дрожжи. А можно мне там статуэтку Будды, чтобы я там отхилялся? Да они тупые. Черт. Так. Похоже, это и есть путь из замка, вызвать Куру. Ну, да. Или можно было еще что-то собрать? Они сами, наверное, не поняли. Да фиг их знает. То есть, по сути, это с ним неплохо работает. Только вот Half-Life 3 они не могут все сделать. Увел. Окамио, ёку мицкете крета. Так что, я думаю, временных их проблем.
参ろう。御意。いやいや。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。Знаете, то, что я сейчас поторопился, наверняка на плохую ветку. Привет. Так, вот это место, по-моему, я помню. Тут сейчас, по-моему, с этим, с местным Татибана сражаться, да? А можно отдохнуть там? Ага. Так у меня ХП нет. Сейчас я ему точно солью. Да, вон он стоит. Или же он? Микоё. Ожиуэ но бозен ирай ка. Кенитиро тана. Сейчас у меня отфигачит. Аташи ва. Сумане. О, макасео. Предоставьте мне. Ну, боже, напоминаю, следи за стримом. Если будет реально лагать, типа на записи, ты мне сразу маякни. То хотелось бы нормально все записать. Нифига у него там лук. Из Dark Souls спер. Зонтиками стрелять будет пляжным. Ладно. Давайте попытаемся ему хотя бы бой какой-либо дать. О, а доджи этот, не работают. Что это было? Так, за доджи не снимают, кстати, выносливость, хорошо. О-о-о. Валя. А! О-о-о. Так, я понял. Вот это отходить надо. У меня хп идет. А вот он беснуется. Оу. Резкий спад сейчас случился. Бля. Чё думаешь, надо понижать настройки? О, у меня руку отрубили. Я так понимаю, идол потом будут. Может, я бы с полным хп, если на него пошел, я бы, может, одну полоску бы и снял. А так вообще не подготовлено. Синоби то ты коно тэду ка. Нормально все? А, ну тогда окей. Если резкие спады в времена бывают. Как тебе, кстати, моя новая рамка? Это что? Совсем вот все плохо. И рамка. Ну типа вафля. Лучше бы себе хромакей сделал. Что такое хромакей? Oh.
Ну я типа рак на ган вафлс. А где рак тогда? Да вот надо придумать, куда рака засунуть. Не, подожди, у меня ник рак не пушка. То есть это так, на что-нибудь другое. А так я рак на ган вафлс. Вот, вафля. Ну я на самом деле прикольно сделаю. Как она работает? どうやらまだ死の定めではないと見える。А где эта фигня, которая убирает задний план твой? А? Мне некуда ставить, у меня прям за мной кровать моя. Но я понял о чем-то. Да. Да я не знаю. Я, кстати, всех стримеров, которых видел, никто этой штук не. Ну нет, некоторые пользуются, но там очень мало их. Протез, изготовленный резчиком, копия человеческой руки, снабженная разными механизмами. Судя по всему, она сразу сделана в расчете на модификацию и добавление разных инструментов. Протез испещрен следами ударов и покрыт многочисленными пятнами крови и маслом. Но механизм нисколько не пострадал. Так, а ну где левая, да? Бля. Я помню, когда они анонсировали Sekiro, ну даже не анонсировали, там просто показали эту руку, а все такие, чё? Да, забавно это было. Омай-сан, нава нантое. Соно ме, сашизуме, нин не ябрета оками, то итта токоро ка. Иена. Соре га шиноби жа на. Ваши ва хотоке о хора на киа нара. О май сан ва о май сан де ски ни ши на. Это Будда все, что ли? Так, спросить, как вы сюда попали. Нани юэ оре ва коко ни иру. А точно, у нас персонаж разговаривать умеет. Шикабане а губы двигаются? Это же Фрома. Норайну ни куасете яр кото. Блин, на того парня не знаю, как про них посмотреть. Реально! Это достижение. Фромы сделали персонаж, который разговаривает, и у персонажей двигаются губы. Прогресс. Нуши но аржи ва мада икте орзу. Ашина но широ де тораваре то натте иру. Дага, сугу ни мо соно чи о лио саре чимау даро. Омай сан о ми леба. Соно качи ва жюбун ни аро тою моно же. Ну, конечно, эпичен. Так, а кстати, какая-то странная седина на персонаже. Я вначале думал, что это пепел, но это похоже на седину реально. Плюс еще она ее лицо затронула. Так, спросите о вашей новой левой руке. Коно хидори юда. Что это я сделал? Мой нио шито. Сойца, шиноби гишу. Секиван но оками нива. Оацрай муки но киба яроти. Хотоке о хору нива муйо де на. Омай сан ни курете яру. Шиноби гишу. Сойца, тада ушинатта уде огинау мон жа най. Нингу о мицкетара, ваши но токоро ни мотте куру най. Нингу да то. Если я правильно помню, единственное, что мы сможем менять, это как раз вот то, что имплантировано в этот протез. То есть не там одежду, не оружие, а вот именно запчасти для протеза. Что, кстати, для типа игры от Фромов что-то как-то печально. Типа там Fashion Souls и все дела. Добавят, наверное, потом. Шабери сгитана. Икина. Так, кровь божественного наследника. А тут никак не подсвечивает, что я уже спрашивал, да? Мико-сама, чего лиосарэру то? Дою кото да? Ваши му куаши кото на душа. Слушай, он какой-то большой по сравнению с нами. Да. Дьюин. Соу ёбарэру. Европеец? Кубецна чига ару тою. Наши но аружи ва соре о мотте ору. Соре юэ Мико-сама ва. Цке нераварэру. Омай сан но карада га ньоу на кото ни натте ору но мо соно сей камо ширену на. Так, ясно. Омай сан мо со жа га коно аре дера ни ва
おかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。Окей, полный ХП. Нифига он тут статы я так вырезал. Что это? Соно ясасии као но хотоке сама ва ваши но хотта мон жа не. Макото но бусси га оралета моно да. Хито га оноре но учи ни ару моно то муки а со итта токи ни таске то нару даро.己の内にあるものとは怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。Но это, кстати, на Будду похож, вроде. Так, что у нас тут? Казими Япония. Так, ну как обычно в этих играх надо вообще все изучать, каждый закоулок. Да-да-да, вот. Чтоб таким вот вещи находить. Легкий кошелек. Кошелек с небольшим количеством сен. Сен. Открыв его, вы заберете лежащие там монеты. Этот кошелек приятно оттягивает руку. Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. А, ну это как эти души солдат всякие. С протезами ходить модно. Я представляю, как сейчас этот, после этой игры куча народу пошло, там отрубила себе руки левые и надевает протезы. Ну там косплей. Чё? Ага. А, я так понял, типа, чтобы неписи не убили, нам запрещают открывать, ясно. Так, лечебное дрожжи, окей. Так, это тот... А, вот это бумфайр. Ага. Так, земля Хасина, вам встретятся идолы резчика. Это контрольные точки. По духу идола полностью пополняет запас жизни и восстанавливает одну единицу воскрешения. Кроме того, в ваш текущий инвентарь будут добавлены из хранилища предметы для быстрого доступа и эмблемы духа. Но при этом воскрешаются убитые ранее враги за некоторыми исключениями. А, кстати, а как тут объясняется то, что враги воскрешают? Крюк. С помощью встроенного крюка можно забираться на... Ага. Метнуть крюк F. Окей. Такое отдаленное место. Так, мне сказали, тут кто-то где-то неподалеку есть у входа в храм. Даже деревянный протез двигается по желанию хозяина. Ну да. А у нас нормальных нет. Ну, блин, я не знаю, там какие-то хорошие протезы реально существуют, но по желанию хозяина они точно не действуют. Ты кто? Мина Каудана. Сокумото. Нава. Нанорарену-ка. Дага, уде ару шиноби-то омиюке-шита. Шиноби-но-ваза-нара-ба. Ты же маска такая? そこもとよ。ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。погоня, тут мужик что-то беснуется. И чё? Он, блин, как забав стал. Так, у тебя протезы не помогут играть в игры как бог. Да, ты знаешь, я играю, как будто реально у меня руки протезы. Сокомото но тачисуди. Мигото на моно де атта. Не, это на самом деле было легко. Каёни джюзен ни корошита моно. Соу ва орану. Ты бессмертный, да? Онуши ва. Нанда. Синадзу. Ару ива мушицуки то ёбу моно мо ору на. Синену но де. Тада коко ни ору но да. Сокомото ва коно ёна аре дера де нани ё. Покажи руки.
Сейчас, погоди, я просто... Сам эту камеру видеть. Вот мы... Вот руки! Мусенка. Онуши но симею атасу тамени. Синену карада юэ. Ику таби демо кирарете ярэру зо. Дожа. Шоучи шита. Ёши. Дева яро. Типа на нём оттачивать можешь что-то? Киму магилеру тою моно. Обучение атаки. Что делать надо? Так, цель Синоби в бою — разрушить концентрацию врага. Ага. Нанесите 3 смертельных удара, лишив врага концентрации. Атаковать, лишить врага концентрации. Но это уже было. Заново все пойти. Так, 3 удара. 1, 2, 3. Я думаю, это не на всех. Типа на нем. 3 удара. 1, 2, 3. Еще. Маля-маля. А, у него, видимо, вот это вот, типа, кругляшок постоянно устанавливается. Окей. Еще, наверное, растут не оттуда, откуда должны. Да нет, оттуда. Типа, из заднего места, типа, как у всех. Ты че? Клешни какие-то, ну да. Crab people. Так, обучение. Отражение, уклонение отходом. Вот это я. Отражение я понял. Так, от врага можно уклониться отходом, уклонение вы не нарушите концентрацию противника, зато оно может позволить вам избежать урона от его атаки. Ну это же просто. Ладно. Ну вот что-то ассасина мне это не помогло. Эти баны. Воу. Ладно, надо было к нему подлететь. Ой, это был тяжелый удар. Ага. Ха. Это если зажимать, да? Так, я понял, поговорить. А ты заметил? Не, ну если доджи нормально будут работать, я смогу эту игру пройти. Да и, кстати, парировать более-менее получается. Дело практики, на самом деле. Это не Bloodborne, в котором нужно было тратить патроны. Я вообще для поношений? Матакургай. Ладно. Не, а кстати, думал, что он мне что-то новое расскажет, но на самом деле, типа, все это я и так знал. Что-то странно. Смотрите, ящик для пожертвований. Предметы, которые оказываются недоступны в других местах, появляются в ящике для подношений. Если ящик подсвечен, значит, в нем появился предмет. Предмет из ящика можно забрать за пожертвование. Типа, если я какой-то квестовый предмет потерял... В первом Dark Souls была такая же хрень. Какие-то статуи... Ну понятно, тут больше ничего. В таком случае. Давайте. Новая механика, крюк. Спайдермен, Спайдермен. А, бля, опять забыл. Новые игры меня, типа, разбаловали. Не могу еще дополнительную кнопку нажать. Так, понятно, что там снизу. А, то есть оно подсвечивается то, что можно, а... Типа я только если поближе подойти... Да, вот. Поближе все равно подойти. Блин, прикольно. Найдена речка. Теперь вы можете мгновенно перемещаться между уже активированными идолами речка. Выберите, ага. Переместиться в важные места, разрушенный храм, крайний ась. Ага, я понял. Все окей. Леденец Унга.
Леденец из храма Сэмпа, наделенный благословлением Унга, временно снижает урон в вашей жизни от физических атак врага. Откусив такой леденец и встав в стойку Унга, он получает благословление духа. Духи — это кармические посланники. Раскусите леденец, примите свою карму. Такие конфеты раздавали в честь воинов Асина. Ну, ясно, типа баф. А вот там этот мост, который рухнул. Окей. А вот. Чувак какой-то ходит. Тихо, тихо, не смотри сюда. Тебе это надо. Я пока что по поводу местного стелса не уверен. Че да как? А ты отворачиваться будешь? Так, а количество потом будем улучшать. Пока что единицы — это мало. Воу, что за... Ха! Так, с врагов можно на расстоянии собирать трофеи, различные вещи и деньги. Предмет, найденный в игровом мире, отличается от трофеев с трупов врагов. Их собирать на расстоянии нельзя. Ага, на Е. То есть... Вот так вот удерживаем. Чего поглощает их? Ладно. Прям ниндзя. Какие-то чуваки. А сверху можно как-нибудь? Да черт. Я думал, с полета можно будет убить. Так, его парировать надо. Так, это было лажо. Надо быть поаккуратней. А чё я тут каких-то чуваков видел? Ага. Вон они. Тут чувака мушкет? Чё, послушать, нет? Что? Так, ты меня не видел. Бля, а почему наверх нельзя посмотреть? А, вот это вот так. Чува. Толсим. О! Кстати, забавно, по идее, периферическим зрением он должен был спокойно своего, типа, собрата видеть. Проигрышное пепло. И мне их, кстати, выдают, надо бы поюзать. Хо! Куда-то направляемся, фиг знает куда. А он чуть может быть. Мне что-то за это здание, кстати, зацепиться нельзя. Костер какой-то. Это идол? Да, это идол. Собаки ходят. В японских играх они обычно жесткие. Не понял. Мне ХП не восстановили? А, нужно было отдохнуть нажать. Да? А тогда враги восстанавливаются. А, прикольно. Так, воспоминания, бусина четок, жизнь, сила атаки. 44 денег. Тихо. Кто там такой внимательный оказался?
А, нет, все-таки можно. О! Какая собака? Как ту убил, не знаю. Глиняный осколок, глиняный черепок звучно разбивается при падении. Бросьте его в сторону врага. Ага, понятно. Отвлекание внимания. А собаки, они на зрение тут полагаются или чуют тебя? По запаху. Так, я что-то, кстати, видел. Да, вот это я видел. Это враг. Друзья, это не это та штука, которую пацана сперу. Колесо для сюрикенов. Механическое устройство, создано гениальным изобретателем Дагеном. Так, можно установить в протез Синоби само колесо размером с ладонь, но в него можно вместить на удивление много сюрикенов. Хороший пример того, чего можно достичь, соединив опыт механика с ладонью Синоби. Привет, Оракул, что за реклама? Так, понятно, это мой. Ты же мертвая? Да, оно мертвое. Нет, я эту рекламу не видел. А чё там? Протезы рекламируют. Что это? Петух? Его убить можно? Я только сейчас понял, что он размером с меня. Охренеть. Все одно и то же место. Да, рекламирует ту самую, да. Не видел. А че? И как? Веселая реклама. У японцев веселая реклама. Так, дрожжа уже перебор. В этой игре даже петухи жесткие. Что это? Ты кто? Опасные атаки, некоторые особо опасные атаки нельзя блокировать. Я еще не хотел сражаться. А, так это еще какой-то игровак. Я, видимо, не отпустит, надо сражаться. Давай! Фу! Длинная палка у чувака. Так, я вспомнил, это нельзя блокировать. Так, блин, что за лаги опять начали? Да. Че это? Он себе концентрацию, что ли, восстановил? Я тебя ща! Это жесть!
А он еще живой. Так, дрожа больше нет. Окей. Он новую атаку изучил. Вертикальную атаку можно перепрыгнуть. Ну, в принципе, да. Что это? Так, замешка после того, как вас сбили с ног, верная смерть. А если у вас сбили с ног, лишили концентрации? Так, воскрешение, кроме божественного наследника, дает возможность восставать из мертвых, используя способность воскрешения. Вот, воскрешение. Одну единицу воскрешения можно восстановить, отдохнув у идола речка. Дополнительные единицы, убивая врагов. После воскрешения снова использовать эту способность можно, лишь убив достаточно врагов. Все, окей. От этой... Тут хорош лагать! Так, надо отступить. Мне экстраться нужно. Я тебя понял. Блин, дай... Ладно. Сам дурак. А, не привык. Черт. А, сейчас все будет. Так, потеря при смерти. После смерти деньги и опыт, не потраченные на очки навык, пропадают. Что пропало, то пропало. Как этого избежать, никто не знает. Однако, же милости богов или буты может случиться всякое. Капец. Где этот учил? Не, в принципе, мог его победить. Орещик в самом деле. Орещик на самом деле. А. Не надо. Так, можно его обойти с другой стороны. Стелс! Чё? Блин, насколько это коряво было. Так, вон это что-то. Бля. Так тебе. Блин, да что? Ху-ху. Надо учиться. Во! Да, ёп! Ты издеваешься. Так, поехали.
Спокойней. Наконец. Но мне еще второй раз его убить надо. Так. Кстати, у тебя змея белая. Че? Какая змея? И че? Да я блокировал! Говнюк, как усок! Кстати, жесткий какой-то. Так, мне нужно восстановиться. Да, блядь, черт. Уходим. Не забывай про удар сверху вниз во второй фазе. Да мне он 5 ему убил. Хиляться нечего. Не, у меня что-то как-то сильно лагает. Кстати, скажи, это сильно бесит. Потому что, по идее, настройки могу понизить захвата. Я думаю, это из-за этого. Не, все-таки я поменяю. Сейчас, погодите. Перезапущу стрим.